Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 29 сентября 2017 года. И вот по дороге на дачу. Сегодня мы второй день как дома у себя в Эстонии, в Хапсалу. Я не мог остановиться рядом с такой красотой. Конечно, мы пойдем в лес и за съедобными грибами, но вот здесь прямо на обочинах дорожки вот такие вот грибы всяких видов. Вот сразу три вида. Тут тебе и мухоморы, и вот какие-то несъедобные грибы вот такими полянками, и съедобные вот такие вот дождевики, как видим. В общем, красота. Лес ждет нас к себе в гости. Ну вот, съезжу на дачу, заберу машину, и мы с вами поедем в лес по грибы. Здоровья вам и благополучия!